В субботу в спорткомплексе «Юный» состоялось первенство по гиревому спорту. О поклонниках тяжелой атлетики наш следующий репортаж. Лучшая тренировка – это соревнование, скажет вам любой спортсмен. В выходной день спорткомплекс «Юность» принимал первенство района по гиревому спорту, как в личном, так и в командном зачете. Участниками соревнований были как совсем юные спортсмены, так и ветераны гиревого спорта, которые своим наглядным примером демонстрируют не только отличную физическую подготовку, но и сложнейшие упражнения – силовое жонглирование. Каждодневные тренировки, сейчас, правда, с этим посложнее, но мышечная память – вещь хорошая. То, что было заложено, так сказать, в школьном возрасте, все это осталось, все это помнится. Тренировки. Совсем не женский вид спорта пришелся по душе девочкам, учащимся гимназии номер 2, которые с большим желанием ходят на тренировки и выполняют силовые упражнения. Мы сначала начали ходить, а потом нас звали на соревнования, мы так соглашались-то. Ну, у меня уже второе соревнование, как бы, не переживаю за это. А вы долго этим занимаетесь? Нет, недолго как. Вот мы только начали ходить, и нас тут же позвали на соревнования. Мы начали готовиться, и как бы вот оно сегодня уже настало. А что вы будете показывать, какие приемчики уже знаете? Мы как бы будем гири просто сейчас, рывок делать вверх, это для девочек, а так уже потом уже посмотрим в дальнейшем. Данные соревнования собрали почти рекордное количество участников. 49 человек изъявили желание помериться силой и стойкостью духа. На первое упражнение толчок дается 10 минут, и по результатам второй, после этого упражнения толчок, небольшой перерыв, и в том же составе делается рывок гирями, поочередно каждой рукой. Эта сумма складывается, умножается на коэффициент, определяется победитель. Призовые места среди участников распределились следующим образом. В командном первенстве среди учебных заведений победителем стала сборная Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса. Среди ветеранов 40 лет и старше первое место у Валерия Гамбурга, второе у Алексея Фурсова, а третье у Эдуарда Симаева. В возрастной группе у мужчин 96-го года рождения и старше первое место у мастера спорта Валентина Капранова. Среди юношей 97-го и 2001-го года рождения первое место у Дмитрия Димболева. У юношей 2002-го года и моложе победителем был назван Сергей Осокин. У девушек в возрастной группе 97-го и 2001-го года рождения победителем стала Альбина Синаева. У женщин 96-го года и старше победителем стала Евгения Игнатеня. Победители первенства примут участие в областных соревнованиях гиревиков, на которые соберутся лучшие спортсмены со всех районов.